саженцы смородины черный тамерлан вырастают в высокий среднераскидистый кустарник. В период плодоношения на нем образуются ягоды, собранные в кисти по 5-7 штук. Плоды крупные, до 1,6 грамм весит один ягода, черного цвета, округлой неравномерной формы. По вкусу плоды кисло-сладкие. Крупномер тамерлан считается скороплодным сортом и подойдет для технологии механизированного возделывания. Кустарник не требователен к грунту, ему важно достаточное, но не избыточное поступление влаги в грунт и его легкий состав. Сорт этот зимостойкий, не поражается листовыми пятнистостями и мучнистой росой. Смородина черная тамерлан – это многолетнее растение высотой 250 см. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. Расцветает смородина черная тамерлан в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме пятилопастный. Весенняя окраска листочков зеленая. Смородина черная тамерлан имеет средний срок созревания. Плоды смородины созревают в месяце июль. Урожайность смородина черная тамерлан около 3,9 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 1,4-1,6 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод округлая. Окраска ягод черная. Вкус кисло-сладкий. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что смородина черная тамерлан – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.